Вместе со всей страной Самарская область отметила День России. Праздник, если и не из самых патриотичных из всех возможных, то, по крайней мере, один из самых массовых. На главной площади города собрались десятки тысяч человек. Пели хором, правда, не гимн, а любимые песни «Машина времени». А сам Андрей Макаревич рассказал журналистам, что Самара в его гастрольном маршруте – город особый. Сюда приезжает уже как к себе домой. Почему, знает наш корреспондент. День России – один из молодых праздников, отмечается с размахом, и молодежь в первых рядах. Основные торжества в Самаре прошли на площади Куйбышева, праздновали радостно и долго. Собрались десятки тысяч жителей области, которые считают, у России должен быть свой день. Сегодня я с большим удовольствием от имени губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина, от имени правительства поздравляю нас всех с великим праздником великой страны – Днем России! Мы абсолютно разные люди. Мы представляем разные народы и национальности, разные возраста. Но мы гордимся историей своей страны. На сцене группа «Машина времени». Андрей Макаревич и компания приезжают в Самару как к себе домой. Здесь у них много друзей и поклонников. А в 70-е годы Куйбышев был первым городом, куда группа выехала с концертом. Первая наша вылазка в другой город. Это был 75-й год, на минуточку. Концерт продолжался несколько часов. До свидания, это значит, я вернусь. Но без потерь, даже на теплый день. Для многих жителей это не просто выходной, а в первую очередь патриотический праздник, который объединяет людей вокруг идеи строительства новой России. Я прям чувствую могущество этой страны именно в этот день почему-то. И мне обидно за то, что именно вот только я вот только в один день могу почувствовать могущество нашей Родины. Я хочу каждый день это чувствовать, понимаете? Нужно гордиться своей страной, мы гордимся. Поэтому такие праздники нужны каждой стране, России тем более. Михаил Алтеркоп, Александр Ерофеев, «Новости губернии».